Закрыть универсам на 90 дней Роспотребнадзор постановил 21 сентября. Но представители магазина посчитали, что проверки были проведены с нарушениями и отказались закрывать народный. Вместо этого стремительно стали менять арендаторов. И, как уверяют, исправлять нарушения. Суд учел все обстоятельства и вынес свое решение. Постановили. Признать юридическое лицо «Атлант», осуществляющий торговую деятельность ТК «Народный», расположен по адресу Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 21, корпус 1, литера А, и дом 19, корпус 1, литера А, юридический адрес Санкт-Петербург, улица Лифлянская, дом 6, литер М, помещение 28Н, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КОАП РФ, и назначить наказание в виде приостановления деятельности на срок 60 суток. Довольны ли стороны решением суда, непонятно. От комментариев отказались и представители торгового комплекса «Народный», и сотрудники Роспотребнадзора. Впрочем, очевидно, такое решение вряд ли обрадует жителей Красногвардейского района, которые уже привыкли покупать эти не всегда безупречные, но очень дешевые продукты.